Значит, вы его упустили. Мы получили серьезный удар. Тот свидетель знал о бумагах Ортмайера или их местонахождении. Бумагах Ортмайера? Доктор Ортмайер нелегально занимался клонированием в Румынии. Мы учинили обыск, как только узнали об этой лаборатории. Но нас опередили. Кто-то обчистил помещение, забрал все документы и убил всех сотрудников. Даже Ортмайера. Но это было меньшее из наших проблем. В каком смысле? Позже мы нашли кое-какие бумаги. Из них понятно, что 47-го создал доктор Ортмайер. До него никому не удавалось успешно создать клона первого класса. Доктор Ортмайер в прямом смысле написал учебник. И кто-то его украл. Не просто кто-то. Где чертова медсестра? Простите. Я не люблю зависеть от других. Даже чтобы чертову сигару зажечь, надо как-то... Извините. Есть огонек? Конечно. Так кто украл бумаги? Мы нашли видеозапись. На ней 47-й уничтожил охрану, а потом свернул шею Ортмайеру. 47-й решил клонировать себя? Скорее продать бумаги тому, кто больше предложит. У всех тут же задницы загорелись. Мы бросили на него все, что у нас было. Читайте. Здравствуйте, 47-й. На сегодняшнем параде в честь Марди-Гра состоится покушение на министра внутренних дел США. Мы не знаем точно, кто за этим стоит, однако наш клиент желает предотвратить покушение, убрав будущих убийц. Их трое. Главарь Марк Пурайя-младший, его сообщники Реймонд Кулинский и Анджелина Мейсон. Кулинский — бывший чемпион по биатлону, так что стрелять, скорее всего, будет он. Мейсон отвечает за сбор данных и поддержку операции. Они любовники, поэтому ожидайте бурную реакцию, если кто-то из них узнает о смерти партнера. Их местонахождение неизвестно, но мы выяснили, что к ним направляется курьер с оплатой за убийство. Деньги приведут вас прямо к ним. Разумеется, на месте будет полно гражданских, а безопасностью министра займутся дополнительные подразделения внутренних сил. Постарайтесь быть еще незаметнее, чем обычно. Итак, доброго времени суток, дорогие подписчики, а также зрители нашего канала. С вами снова The Dog Father, и мы тем временем продолжаем играть Hitman Кровавые Деньги. Вы все слышали, нам нужно защитить политика, а также нейтрализовать три цели. Первая цель — клон Пурайя-младший. Альбинос, бла-бла-бла. Неизвестно, что такое человеческие страдания у него. Есть чувства, но он никогда не позволяет им встать на пути идеального убийства. Ну понятно, ничего особенного. Реймонд Кулинский тесно связан с Анджелиной Мейсон. Их работу контролирует руководитель, находящийся в центральной точке с видом на место. На-на-на. Так, он регулярно по рации с ними связывается. Также партнеры обмениваются информацией, при этом нередко флиртуют друг с другом. В общем, понятно, если одного из них убить, другой психует, так как они эмоционально неустойчивые и превращаются в безумную машину убийств, убийства, настроенную на самоуничтожение. И цель номер три — Анджелина Мейсон. Тоже ее небольшая история, как она была наркоманкой, потом занялась проституцией. По слухам, она убила своего сутенера, который попытался ее изнасиловать, пригвоздив его тело к стене мотеля с самострелом. Ну, молодец. Ага. После гибели матери это все произошло. Ну, сочувствую, конечно. Так, защитить. Джимми Силин. Сили.
Джимми Силли родом из Далласа, штат Техас. Его отец владел автозаправкой и универсамом. Также активно поддерживает биотехнологии, в частности, генетически модифицированные продукты. Так, воспользоваться южной дорогой в части города. Возьмем пистолеты, возьмем автомат. Пожалуй. Так, посмотрим, что у нас там улучшить можно. Так, но эти улучшения я вообще не буду делать, потому что мне не нужны два пистолета сразу. И одного достаточно, в принципе. Лучше улучшим вот это полуавтоматическое... Вернее, автоматическое оружие. МП-5 или что это? Не знаю. Ладно, погнали. Анджелина Мейсон, Марк Пурай, младший Реймонд Кулинский. Мейсон, что-то знакомая фамилия, в какой-то игре тоже было, по-моему. Не помню. Передача денег, да? А вот и оплата. Следите за этим кейсом 47-й, других зацепок у нас нет. Так, что мы будем делать? Я не буду скрывать, я проходил эту миссию. Вернее, я пытался пройти ее несколько раз, но на запись. И у меня не получалось это сделать, потому что я совершал какие-то ошибки и... Собственно, сохранений нету, и меня убивали. Поэтому сейчас я буду действовать как обычно, зная уже что и как и где. Вот сейчас я случайно совсем встретил эту бабу здесь. Ее, кстати, надо нейтрализовать вместе с этим гражданином. Стой, не уходи. Ой-ой-ой, что я сделал? Не понял. Ты гонишь, что ли, баба? Вы видели это? Она раз 6 в меня стреляла, я не знаю. Ой, господи. Как это тупо. Ладно. Давайте по-быстрому избавимся. От служителя закона, представителя порядка. Её, в принципе, здесь и оставим. Я там, походу, гражданку какую-то застрелил, вы посмотрите. Нехорошо. Лишние жертвы. Это печально. Опять топор, но все тупо делаем. Так, это наш губернатор, сенатор, политик. Ага, вы не хотите, да, пропускать полицию в свое маленькое закрытое тайное общество? Ладно, я ухожу, все. Нифига себе, пошел вон. Вы бы следили за своей речью, ребята. Я все-таки как-никак закон. Ну, походу, наплевать на закон. Так, осталось найти второго убийцу по-быстрому, иначе они там с ума посходят и начнут стрелять. По всем подряд. Я вот не помню, здесь около 3 или 4 ресторанов, и в каком-то из них на втором этаже находится убийца. А вот в каком именно, это надо еще найти. Они всегда рандомно спавнятся, и непонятно где. Чувак блюет. Повар стоит и не дает мне пройти. Я могу пройти, но там дверь закрыта на замок, и ее надо взламывать. При нем, конечно, этого делать не стоит. Можно его и грохнуть, но я не буду лишние жертвы брать на себя. Не будем брать грех на душу.
Если, конечно, у клонов есть вообще душа и... Душа, если вообще есть. Так. Сильвер-бойлер. Возьмем наш сильвер-бойлер. Крутой пистолет с глушителем с лазерным прицелом. То, что надо. Так, вроде никого. И тут тоже вроде никого. Ну, мне кажется, его здесь нету. Сейчас проверим. Выключим свет. Если кто-то пойдет, значит... Нет. Нет, никого здесь нет. Печально, печально. Ладно, будем продолжать свои поиски. Найдем петушка и грохнем его. И, в принципе, наш сенатор, губернатор, не знаю, политик, будем назвать его политик. Наш политик будет в безопасности, в относительной безопасности. Так, только что красный прошел этот пингвин с кейсом. Ну, пусть несет. Сейчас он нам не нужен. Сейчас нам нужно вот сюда наверх. Будем по порядочку заходить в каждое кафе, которое встретим, каждое заведение, и постараемся... Добрый вечер, товарищ повар. И постараемся найти убийцу. О, это ж ты. Вот так. Тише, тише, тише. Ты что так крыльями машешь? Не надо. Ну все, петушок один нейтрализован. Минус один, короче. Пусть, в принципе, лежит нам. Че его двигать-то, прятать? Сюда все равно никто не ходит. Осталось нам нейтрализовать самого главного. Их руководителя, клона. Да, Марк Урая-младший. Его нейтрализовать и забрать кейс с алмазами. Только найти бы это еще место, я, если честно, здесь не ориентируюсь особо. Вы посмотрите, сколько людей. Я помню в первый раз, когда запустил эту игру, когда она вышла на своем стареньком компьютере, и увидел столько народу на улице, я был в шоке. Я вообще не подозревал, что в играх можно запихнуть столько NPC, и компьютер не будет лагать. И это не просто там какие-то прозрачные текстуры, это вполне себе NPC, которых можно убить, и, по-моему, даже двигать можно. До сих пор меня эта игра радует. Очень хорошая игра. Конечно, на уровне профи в нее играть очень сложно, без сохранений и на запись. Это очень выматывает и даже иногда порой бывает желание оставить это всю затею и удалить к чертям. Ну, все для вас, дорогие подписчики. Так, какой-то путь, как и во всех миссиях здесь. Куча альтернативных способов, как нейтрализовать цели. Но мы, опять же, делаем все топорно, убого, напролом идем и убиваем. Ну, обещаю, в следующих сериях я постараюсь все сделать грамотно, по уму. Может быть, даже получим рейтинг тихого убийцы. Ну, не факт, конечно, но постараемся. Так вот, о чем я говорил. Иногда возникает желание оставить это все и просто отдохнуть от этой игры, собственно, как я и сделал. Играл в Total War потихонечку. Отдохнул чуть-чуть от Hitman. Возможно, если мы пройдем Hitman Blood Money, возможно, мы возьмемся и за Absolution. Но, честно говоря, Absolution мне не очень нравится. Неплохая, но Hitman Blood Money — это, конечно, классика. Так, а сюда я не пройду, походу, да? Не пропустят они меня.
Через библиотеку смысла идти нет. Убить-то я его убью, а вот кейс я забрать не смогу. Меня не пропустите, да? Да, не пропустят. Я помню, в мотеле там есть один петушок желтый. Можно, в принципе, заняться им. Забрать его одежду и вернуться сюда в своей маскировке. Так вот, насчет Hitman Absolution и Hitman Blood Money, если их сравнивать, это просто небо и земля. Здесь мне нравится, здесь все четко. Вот миссия, надо убить того-то, того-то. Выбирай оружие и иди выполняй миссию, как тебе нравится. И все это еще в более-менее какой-то сюжет завернуто. То есть планирование там и прохождение миссии. Absolution мне вообще ни механика игры, ни сюжет, ничего не нравится. Первая часть еще тоже ничего, кстати говоря. Конечно, она там багнутая. Но тоже ничего. Я помню, как я ее проходил в первый раз. Так, гражданин, вы не хотите пройтись, а? Вот и молодец, иди отсюда. Иди, иди, ну и рожа, давай иди отсюда, сволочь. Как же мне поступить? Давайте понаблюдаем, кто как ходит и что вообще можно сделать. Ладно, не будем дождаться. Ой-ой-ой, как я затупил, ребята, блин, ну что ж такое-то, а? Все опять наперекосяк пошло. Я думал, у меня там выбран пистолет с глушителем, а я начал стрелять из пустынного орла. Посмотрите, как размазались мозги по обоям. Ой-ой-ой. Полиция прибежала. Ну, сейчас это все... Короче, я так понял, эту миссию я провалил, наверное. Но если вы смотрите эту запись, значит, я ее выполнил. Так, ну давай, чувак, уходи, пожалуйста. Ну давайте, вы что, трупов не видели никогда? Понабежали здесь. Вот, кстати, свидетельница прибежала. Ее надо как-то нейтрализовать тоже. Она видела нас. Это не есть хорошо. Сидим в шкафу, а что еще делать-то? Я вот не знаю, в комнате еще есть кто-то, кроме нее. Выйти, может быть, из шкафа? Нет, нет, там тень какая-то. Видите? Кто-то стоит. Кто-то есть, значит. О, это мент даже. Давай, чувак, уходи, все. Оформляй протокол, зови понятых и все такое. Так, он ушел. Все, выходим. Где наш? Давайте возьмем автомат.
Господи, прям в проходе лежит. Ой, как это тупо, ребята. Ой, господи. Ну, я посижу здесь в шкафу, когда все утрясется. Возобновлю запись. Перемотаю чуток. Я не думаю, что вы со мной здесь будете минут 10-15 сидеть. Я думаю, следует перемотать. О, какое-то движение. Кто-то забежал. 10 минут как минимум прошло. А я сижу здесь в шкафу. Сижу, думаю. О своих жертвах. Так, зачем мне тебя тащить? Надо, наверное, ее оттащить. Никого нет, давай затаскивай тело, номер. Вот так вот 47-й тащит телок в номера. Все, в принципе, свидетелей нет, костюм мы взяли. Осталось нейтрализовать цель, забрать алмазы, вернуться сюда за своим костюмом и свалить отсюда к чертовой бабушке. Давай, давай, пожалуйста, приляж нормально. В газетах опять будут писать о том, что мы компенсируем точность энтузиазмом, стреляя из своего оружия. Вы видели, как я из автомата шмалял? Просто зажимом. Как в КС из петуха. Так, так. Так, свет нельзя выключить. Ладно. А воду можно включить? Нет, нельзя. Ладно. Ничего страшного, ничего страшного. В принципе, чистенько здесь. Все, кровь на красном ковре не так заметна. Уходим. Наш политик безопасности, это самое главное. Теперь надо нам не тупить. Не делать ошибок. Осталось-то только убить одного петушка и все. И забрать кейс. Надеюсь, там не получится никакой мясорубки, перестрелки в стиле Тарантино. И все обойдется. Ну, вы же знаете меня. Все через жопу это в моем стиле. Так, где? Вот здесь, да? Ага, вот, библиотека, правильно. Так, все, проблем нет, я могу проходить. Марш на свой пост, кретин. Тебе какая разница, что я тут делаю? Я пришел за вашим боссом. Так, жалко, ножа нету. Хотел его ножом зарезать, вспомнил, что здесь я его не брал. На записи, в предыдущих, вернее, записях, попытках пройти эту миссию, я его ножом резал и душил, и стрелял в него. Ножом не нравилось. Ножом всегда приятнее резать. Так, давайте его как-то уже успокоим. О, пришел.
Да все нормально идти. Интересно, клоны попадают в рай или ад? О, все. Можно уходить, ребята. Вроде все нормально. Уходим. До свидания. Ага, увидел. Увидел сидящего. Да-да-да, все, уходим. Не обращаем внимания на этих петухов. И уходим, бежим. В отель надо переодеться и все, и свалить. Миссия пройдена, в принципе. Ничего сложного нет. Никого убивать не надо. Маскировка у нас отличная. Никто ничего не агрится на нас. Просто добежать до отеля и переодеться. Так, где отель? Не вижу отеля. А, вот он. Надеюсь, они не нашли трупы. Да вроде бы нет, обычно когда находят, там справа на экране. Экран делится на две части, и с правой стороны показывают, как находят труп. Ну, вроде никого не нашли, это хорошо. Все, уходим. Вот такая вот была миссия. Сейчас посмотрим, как мы шумели и так далее. О, уже там кого-то нашел. Всего убийств 7, выстрелов сделано 15, попало в цель 5, убийств в ближнем бою 2, выстрелов в голову 2, найдено тел 5. Свидетелей нет, записан на камеру нет, баланс профиля 485 тысяч долларов. Отлично. Так. Шум, 1, графа насилия 3, рейтинг бандит. Лишние жертвы. Ну, понятно. А на сегодня все, дорогие друзья. Спасибо, что смотрели это прохождение. Мы очень благодарны вам, что вы с нами. А чтобы не пропустить новые серии, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. И до скорого. Всем пока.